двукратная чемпионка мира и Европы и обладательница олимпийского золота в Турине Татьяна Навка и ее партнер Вилли Хапсало. Ну, коль скоро Вилли горячий финский парень, то и танец будет финский. Арсенала фигуристов-профессионалов. Получил Вилли за все его старания. Ну, вы поняли, наверное, его падение в середине было предусмотрено сценарием танца. У Вилли была травма колена. И я должен просто выразить восхищение его мастерством. Он просто блестяще держится на коньках и старается скользить все-таки не на двух ногах, а на одной, что свидетельствует о высоком классе. Сложные шаги, богатый технический арсенал. В общем, мне кажется, что Вилли из всех приглашенных в проект звезд выглядит предпочтительнее остальных. Но это мое личное мнение.